А сегодня мы торт открываем. Да, торт сделали на Хэллоуин с монстрами, привидениями. Саша, что там еще? Там еще с пауками? А ну давай, я тебе ближе покажу. Вот такие пауки. Вот привидение. 5 лет тебе же уже, да? Да. Вот такой со скелетом. Вон губки монстра. Вау. Вот папа зажигает его. Будем загадывать желание. Вот такой. Вот тыквочка. Летучая мышь. Привидение. Ва, страшный пауки такой. Пауки вот на моей пауки, да, вот, да, я показала. Вот такой вот. Ну, давайте паук. Потихоньку. Ну что, Сань, будем открывать? Да. Тортик? И там внутри тортики сюрпризы. Да. Да. Ну, давай, загадывай желание на Хэллоуин. Какое? Какое желание? А, ну, правильно, желание не говорит, да? Хотел, чтобы мне хоть вирусов было. И тортик с монстрами. Ну давай, открывай. Давай, это тортик с сюрпризами. Открывай тортик Хэллоуин. Так, ну давай сначала первый. О, молодец. Открывай. Так. Молодец. Там какой-то сюрприз. Это же торт необычный. Вот так вот. Мы открываем. Шопкинсы. Шопкинсы. Ну открывай шопкинсы. Открой, пожалуйста, папа. А сам не откроешь? Открывать. А где? Давай открывай шопкинсы. Где открывать? Не можешь? Сюрпризы в нашем тортике. Вот, открывай. Что там? Что там? Корзинка? Расческа. Расческа? Расческа и волосы. Вот такой вот Шопкинс. А, то расческа. Такая расческа. А это вот. На, а ну пока. Ты уже второй открываешь. А ну подожди. Подожди, покажи. Это зубная щетка, а это для волос. Зубная щетка, да, а это расческа для волос и две корзинки. Вот что было в Шопкинсе. Вот тебе Шопкинс, хорошо. Что, открываем дальше? Еще открываем. Давай, открываем о, дальше. Паука оставляем. Паук. Ножка паука осталась на тортике. О, какая тыква там, смотри. А ну, открывай, открывай. Какие там игрушки нас ждут? Что-то, наверное, интересно. Так. Так, ну открывай. Что там? Что там? Что там? А ну, давай покажем ребятам. Что это, Масик? Это какой-то что-то какой-то прикол, да? Да. Ну давай, открывай. А ну сам, может, откроешь. А ну открой сам. Конфеты, сода с татуировкой. С татуировкой? Конфеты какие-то с татуировкой. Ну, давай посмотрим, что это такое. Вау! Кофе. Смотри, какие смешные. Подожди, папа. Ага, это татуировка, которую мы приклеим. Потом, да? И покажи, какие конфетки. Смотри, конфеты кола, да? Типа бутылочки такие, да? Это как, вкусно? Какой вкус у них? Сладкие? Как фанта. Они как фанта? Что, не нравится? Нет, они не вкусные. Невкусные? Все, конфетки отпадают, не понравились. Следующее, что у нас следующее, Масик? Гамбургер. Что это? Гамбургер. Гамбургер какой? Это такой бургер. Его можно съесть. А ну покажи ребятам, подожди. Я не ухожу. Ну ладно. Ой, видите? Вот, вот, подожди, зайка, подожди. Вот какой бургер. Ну давай пробуй бургер. Фанта не понравилась, а это... А, это желейная такая, да, бургер желейный такой. Что у нас еще там в тортике было? Давай посмотрим. Что это такое? А ну покажи.
А, это мишки. Медвежуки. Медвежуки. Ну, это вкусные, да. Я знаю, что это вкусненькие такие папа, должны вкуснее. Быть. Вкусные и не. Да. И мишки хочешь попробовать, да? А, что, ты фанту взял, ты же сказал невкусное. А ну, покажи личико. Смотри, смотри. Смешной такой. Мишку, ну пробуй мишек. Ну как мишки? Ну мишки должны быть вкусные. Ну как? Вкусные? Бургер лучше или мишки? Бургер мишки. Бургер мишки, понятно. Новые конфеты, бургер мишки очень вкусные. Вместе, да, можно вместе. Почему нет? Если тебе нравится. И бургер самый вкусный. Бургер вкуснее, да, чем мишки? Угу. Ну хорошо, хорошо. Ну, открываем последний слой нашего тортика Хэллоуин. И так как он открывает такие тортики, у нас и шляпка такая вот с днем рождения. У тыквы. Где? Ну что там? У тебя на голове. Где? А ну, Сашка, смотри. Что там? Что это? Лизун. Вижу лизун, крокодил. И покажи, Масик. О, миньон. И подожди, подожди. Подожди, Зая, подожди. Сейчас. Вот такой Angry Birds, да, и миньон. Давай миньона открывать. Он, наверное, может тяжело открывается? Нет, не папа, тяжело, поезд, да? Поезд. Ну давай папа сейчас откроет. Вот такой миньон. Вот миньончик какой. А покажу, ну давай посмотрим, что это такое. Ну как? Вот папа открывает. Запечатали так? Ну давай ножницами. Что это там? Какой-то сюрприз, наверное. Может конфеты опять, да? Ой, что это такое? Соска. Васька, ну покажи. Соска. А ну возьми ее в ротик. В ротик возьми соску. А это надо ее в соду. Не, не в соду. А ну, наверное, это конфета или нет? Папа, это конфета? Соска конфета? А ну. Да, это конфета. Сашка, вкусная? Вот так, ты как маленький, с бутылочкой, с сосочкой. Смотри. А ну покажи нам, это конфетка? Что это такое вообще было? Тоже маленький. Миньон с соской. И покажи, папа, какие конфетки. Пап, а ну, Сашка, покажи драже. Вот такие драже. А ну-ка. Ой, вот такие драже. Угу. Ну, как драже? А ну, жвачки. Это жвачки? Вот соска с бутылочкой миньона была. Angry Birds? Ну давай, остался еще вот такой Angry Birds. И лизун. И лизун остался. А ну открывай Angry Birds, Маська. Я не могу. Не можешь открыть? Сейчас папа откроет нам. Вот такой вот Angry Birds. Там тоже, я даже не знаю, там тоже, наверное, какие-то приколы есть в нем. Давай посмотрим. Вот такой Angry Birds, да, с конфетками, да? Так, а ну, вот Angry Birds какой, какой синий такой, крокодил синий. А ну, с хвостом каким-то длинным, все это там такое. А ну, давай посмотрим, что это. Так, доставай, давай посмотрим. Что? Смотри, как он тянется. Нравится? Да. Смотри. Крокодил. Крокодил лизун. А я, по-моему, это тоже нашел. Смотри, какой крокодил лизун. Прикольный? Липнет, да, к рукам? Папа Angry Birds'ом играется. Сашка с крокодилом. Ну, он как вертится. Вот такая юла. Она как крутится у нас, да? Angry Birds. Вау! Она еще светится. Ух ты! Вот это, оказывается, что это? Angry Birds еще с юлой, светящимися такими спецэффектами и конфетками был. Интересная игрушка, да, Масик? Прикольно. Ну что, Мась? А Сашке соска понравилась.
Ну что, если кому-то понравился торт Хэллоуин, да, у Саши,